Первый завтрак на обсервации. Теплая кашка. Вкусная, наверное. Бананчик. Сосиски отварные. Йогурт, прикольно. С киви. А, нет, апель. Альпен. А, ну да, киви. Киви с крыжовником. Так, сок. Два вареных яйца. Два бутера. Яблочко. Классный батончик. Ну и столовые приборы, которыми это все можно съесть. Класс. Но у меня еще, как у взрослого, есть доступ к чаю и кофе. Вот это бомба. Обед. На обед нам на обсервации принесли супчик с фрикадельками, круассанчик, вкусный очень, хлебушек, там картошечка и курочка, голень, две сливы, капустка и сок. Класс. Вот такой вот у нас обед. Итак, ужин. Для понимания, это 8 часов в Мурманске. Итак, какая-то вкусность, типа сладкой запеканочки. Оливьешечка, судя по всему. Очень вкусный хлеб, булочки. Два абрикосика. Картошечка, и там какие-то две тефтельки классные. Ну и сок. Вот это вот ужин. Классно.